Девчонки, всем привет! Привет! Снимаем видео с Демидом, да. Что кушает малыш в 2,5 года. И перед видео я хочу вам сказать о том, что мы участвуем в флешмобе от Агуши Солодки Тём. Да, поцелуешь маму? Тём. Условия конкурса очень простые. Достаточно разместить фотографию в соцсетях со своим малышом, поцелуем с малышом и сделать хэштег Солодки Тём вид Агуша. Принимайте участие. Моему сыночку 2,5 года. Что кушает малыши в 2,5 года? Каждая мама сама выбирает, чем кормить, как кормить. У кого-то общий стол, кто-то кушает отдельно. Расскажу нашу историю. Мой малыш кушает 4 раза в день, то есть 4-разовое питание. Это завтрак, обед, полдник и ужин. Завтрак у нас самый плотный. Я стараюсь, чтобы в завтраке были белки, углеводы и клетчатка. Это обязательно. Соответственно, это каши, овощи и мясо. Мясо малыш мой ест разное, кроме свинины. Свинину ни разу не давала. В основном это курица, индюшатина, говядина. Изредка это кролик. Также каши. Каши точно так же разные, которые есть в магазинах. Любит очень гречку, ячневая каша, перловая каша, кукурузная каша. Я иногда его обманываю, добавляю туда чуть-чуть водички, чтобы каша легче глоталась, и на блендере мясо перемалываю. Когда это все вместе, он ест с удовольствием. Если, например, мясо отдельно от каши, то, конечно, мясо съедается в первую очередь. Ну и, конечно же, овощи. Овощи, огурцы, помидоры – это круглогодично и по сезону. Иногда на завтрак еще бывает яичница. С сыром, с овощами, обязательно с овощами. Он любит яичницу, но стараюсь не злоупотреблять этим, потому что у моего малыша аллергическая реакция на коровий белок. Кстати, по поводу завтрака. Перед самим завтраком за полчаса до еды я пою малыша водой. В обед, конечно же, это первое. Жидкое в нашей семье обязательно. Это борщ или суп. Обязательно на бульоне. Изредка я могу приготовить не на бульоне, но как-то так это бывает очень изредка. В основном на бульоне. Бульон очень легкий. Это курица, говядина или индюшатина. Это вот основные бульоны, которые я варю. Также я варю еще зеленый борщ. Демка очень любит, Ника очень любит. И гороховый суп. Но вот гороховый суп я варю Демке отдельно, потому что наша семья любит гороховый суп на копченых ребрышках. А Демиду, конечно же, нельзя. И свинину я тоже не использую в бульонах и не использую в приготовлении для малыша. Он ни разу свинину еще не пробовал, и я еще не спешу. Обед у нас на этом и заканчивается. Второго блюда я малышу не даю, он наедается первым. Хотя в детском саду есть и первое, и второе. Удивительно. После обеденного сна у нас полдник, и тут у нас молочка. Я, естественно, хочу, чтобы в организме был кальций. Но у моего малыша аллергическая реакция на коровий белок, как я уже говорила, и к выбору творожков, вообще молочки, я подхожу очень ответственно и трепетно. Когда он выпивает, например, стакан молока, ничего не происходит, все хорошо. Если выпивает 2, то уже высыпают щечки. Поэтому молоко мы пьем, стаканчик, едим, например, молочную кашу. А вот творог в чистом виде есть он не хочет, поэтому я начинаю искать творожки, которые бы он ел с удовольствием, чтобы там был кальций. Как вы уже увидели, что у нас сейчас любимчик — это Агуша Солодкий. Он сладкий и без фруктовых добавок, и сейчас идет просто на ура, и я этому очень рада. Также у меня малыш очень любит сырники, то есть творог не ест, творожки ест, и сырники любит. То есть творог в чистом виде не ест, только вот в творожках и сырниках. Что касается молочки, Демид очень привередлив, поэтому я борюсь с ним. Или он борется со мной, или мы боремся друг с другом. Теперь ужин. На ужин я обычно даю яблочко печеное, добавляю туда или кашку. Кашка может быть гречневая, она очень такая облегченная и легкая для переваривания. Точно так же и овсяночка. Многие считают, что овсянку лучше давать на завтрак, но по нашему малышу мы, в принципе, понимаем, что как-то он лучше ее ест и больше ему нравится она именно на ужин. Также, если это не кашка, то это яблочко с черносливом и с курагой. Это тоже облегченный вариант такого, можно сказать, ужина. Кстати, вы знаете, что многие мамы и многие детки очень любят, чтобы ужин был очень плотный.
у нас все по-другому. У нас так, чтобы он был очень легкий. Также он очень любит чай, ромашковый чай и в течение дня, и особенно на ночь. На ночь ромашковый чай может быть и две чашки выпито. Это для нас очень-очень важно. Кстати, ромашковый чай любит только один определенный. Я вам обязательно его покажу. На ужин еще готовлю пюре. Это может быть как картофельное пюре, так и овощное. В овощное пюре, естественно, входят кабачки, брокколи, то есть, ну, все эти овощи зеленые, невкусные. Но ничего, я добавляю туда чуть соли. Кстати, малышу даю соль, и он отлично тоже кушает. Так что ужин может быть как сладковатый, так и не сладковатый, то есть овощной. Бывает такое, что даю манную кашу на ночь, если, например, в полдник не было молочки. Чаю еще могу дать печенье. Печенье галетное. Стараюсь не давать химических печений, но вы сами понимаете, что детки иногда все-таки что-то выпрашивают. И я иногда сдаюсь. Сдаюсь и могу дать ему макарон. Есть такой грешок за мной, но это бывает очень-очень редко. Это как поощрение за что-то. А так сладкое стараюсь не давать. Никаких-то там конфет, действительно вот неполезных печений, даже вот этих вот детских, которые продают. Галетное — это максимум. Ну и, конечно, у нас такая хитрость есть, хочу поделиться с вами, это гематогенка. Он ее ест как шоколадку, то есть он думает, что это шоколадка, и если надо поощрить ребенка, то гематогенка у меня всегда есть в сумке, я всегда могу дать, я дам тебе шоколадку, и он радуется, радуется. Ну и также у нас вместо конфет раз в день, два раза в день я даю витамин С, также купленный в аптеке. И хочу поблагодарить своих подписчиц, которые дали мне очень дельный совет. Мой малыш воду пить категорически не любит. Он может пить чай, соки, компоты. Я, кстати, варю кисели, компоты из сухофруктов. И так как у меня есть морозильная камера, я в сезон наморожу очень много фруктов и ягод, и потом варю компоты. И зимой пахнет компотом, знаете, как летом, очень-очень вкусно. Поэтому компоты у нас идут хорошо, а вот воду заставить ребенка пить я просто не могу. И вот девочки мне дали совет, давай воду со шприца, ну, без иголки, конечно. И вы знаете, работает, я вас безумно-безумно благодарю, это ноу-хау какое-то. Бегает, для него это как игра, и он отлично пьет воду. У нас и стул наладился, и вообще вода это жизнь. Поэтому, девчонки, спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, фрукты. Очень любит яблоки, и в основном я, в принципе, даю все фрукты. Бананы, яблоки на столе есть всегда. Очень любит киви, киви очень полезное. Стараюсь давать грейпфрукт, потому что хирург когда-то порекомендовал давать грейпфрукт. Это чтобы у деток не было запоров. Что еще можно давать? В принципе, я даю даже мандаринки. Не часто, немного, но даю. Гранаты очень любит, то есть все фрукты. Недавно только начала давать ему чуть-чуть орешков, потому что раньше боялась, так как на орехи может быть аллергическая реакция. И он очень любит виноград. И виноград тоже начала давать буквально недавно. Делитесь в комментариях, что любят кушать ваши малыши. И будьте здоровы, ваша Запорожская. Пока-пока!